Пускай постоит, чудок. Чё? Поднагрелся? Угу. Не заводится? А когда нагревается, он не заводится. Может, ты не подсосал? Да как так? Ну попробуй. Не может быть. А что ж такое? Ну, не ушатал ты его, Олег. Нет. Может, ты перегрел его? Он, если перегрето был, он все равно взвалился. Пускай остынет. Пусть подостынет, конечно. Это не дело. Ну, подождем пуск. А что, просто заглох и все? Ну, сам по себе заглох. На ходу. И катушку вроде новую купили. Да. Ну пусть остывает. Бензин здесь, он в баке, он его видно, что. Может, ты масло не залил? А? Масло не залил. Почему? Залил? Все, там все нормально. Сейчас заведется. Было такое уже? Да было и не раз. Только не с этим, а с другим триммером. Наподобие такого. Ну и дай бог.